Мне понравилась эта собака, у нее такие красивенные глаза. А вот этот молодой человек придает здесь шарма. Он так хорошо поет. Очень приятный. Очень приятный голос. Какая скала прям на берегу моря. Мы идем в портовую часть Ниццы. Порт. Мы в прошлом году так сюда и не дошли. Но в этом году мы сделаем это. К ночи. К ночи. Ну, какая разница? Я вот тут подожду. А в среду? Почему это? То, что мне там делать? Там будут красивые... Кораблик. Там будут красивые фото. А в следующем году флаг Франции подсвечивается. Как красиво. Мне кажется, вечерняя Ницца просто прекрасна. Какой он корабль желтый, красивый, большой. Тут какая-то парковка есть, но мы не знаем для кого она, для чего. Мы еле нашли парковочное место. Здесь прям какая-то катастрофа. Туристов очень много, людей очень много, прям не припаркуешься. Что за машинка? Запорожец. Нет. Какой же это Запорожец? Это как люди едут на море с надувным матрасом. Выходим, музыка играет. И туда машины вон заезжают, загрузились. Юля уже успела прочитать, что он едет в Корсику и в Сардинию. И уже, смотрите, пятки ее сверкают. Где твои пятки? Вот она уже там. Не, ну мне стрёмно, да, мне тоже стрёмно. Я бы на какой-то яхточке бы прокатилась бы. Посыл в космос в следующем году. Светлана должна найти себе... Да. Кого-нибудь, все равно, кто он там будет, но чтобы у него была яхта. Чтобы тебе было с ним хорошо, чтобы он нас покатал на яхте. Обязательно. Да. Хороший посыл. Мечта о круизе на Карибском море. Еще одна посыла отправляет в космос. Ну все. Значит, так и будет. Ну, в круиз без меня. Найдешь себе новую Катьку. Нет, я надо себе... Ёпперный час. Что-то у них за новая фишка малолетка. Мне достаточно одной. Одной. То есть я единственная незаменимая. А, ну у меня их у вас две. Мне хватит головы. Нет, я единственная незаменимая, под фонарем стою. Пошлите, в чем мы тут стоим, дальше пойдем. Не, ну... Может, мы обратно пойдем через дворами. А пока мы насладимся этим прекрасным видом вечерним. Ну, правда же, все как нарисовано. Симпатичных мулаток. Да, которые переводники с... Ты на кого смотришь? Я на всех смотрю. Ты же знаешь, я люблю смотреть на людей. Да, она любит смотреть много, на людей. Много красивых женщин здесь. Почему там лица? Не знаю, почему. Есть за ними. 1,7 километра. 24 минуты. Можно на назад поговорить? Хорошо. Мы еще не все дела закончили. Слабаки. Но на сегодня наше путешествие открыто. Не дошли мы до конца. Так долго парковали, что и потемнело быстро. Как он засоряет окружающую среду. У него такой дым черный с трубы. Такая махина огромная прям. Ой, этот вид неплохой тоже. Да.
самолетик взлетает. Телефон уже не вытягивается. Темноватенько ему. О, там тоже ресторанчик симпатичный. Прямо на берегу. Прямо в море, можно так сказать. Ночная Ницца. Тоже приходили на пляж. Сидели, когда были в прошлый раз. Смотрите, какая шикарная набережная. Все освещается. Музыка играет. Люди там купаются. А ты же не купила вино. Ну, вы заедем купим. Я хочу. Я приглашаю тебя в следующем году на викенд вместе. Нормандический ужин в этом месте. Да. Хотелось бы, чтобы она закончилась. Может быть, ты подвинешься, или ты не хочешь со мной ехать? Хотелось бы, чтобы она у нас закончилась, и мы поехали все вместе. С мужем моим. Такой Ницца тусовочный городок. Тут вообще кафешка, на набережной, красота. Пахнет морепродуктами, просто прелесть. Играет музыка. Играет музыка, да. Везде куча людей, прям, я не знаю, куча. Некоторые кафешки прям очереди вы видели. Просто разгар сезона. Да, и тут, кстати, все красивые, нарядные, в платьях. Все супер. А это что такое? Тренировочная. Какая? Рынок. Рынок, да. Мы видели этот рынок. Что здесь интересного есть? Катя, тебе ничего нету. Катя, у тебя меня уже перегруз. Видеть? Меня уже просто забирают от этих всех лавок. Перегруз. Вон кобылюшек, ты хотела козыречком? Вот тебе можно такой вот. Нельзя, я уже уезжаю домой скоро. Ой, ну не очень-то и хотелось. Я тебе бандеролькой пришью. Бандеролькой, да? Это жевательные конфеты. Смотри. Я их не очень люблю. Да. Абсолютно время спокойно. Я тоже. Так могу тут есть деньги. Купили мороженое, проголодались. В кафе некогда сидеть, нам еще домой ехать. А вот вид сзади. Прекрасный, я считаю, вид. С мороженком. Кушаем мороженка и едем домой. Мне кажется, когда подсвечивается, становится еще красивее. У них круглосуточный есть магазинчик. И мы идем. Мы взяли креветки. Я хочу взять себе безалкогольного бутылочку. Юля, что здесь еще вкусного? Ну, еще вот те можно взять. Абрикоски? А здесь, кстати, дешевые макароны. Кстати. Да, надо. Вот эти абрикоски? Их нету. Их нету. А, вот они. Нет. Да, вот они. Вот они на развес. Вот они, коробочка. Так, а вот они на развес. Разве нет? Да, но можем брать на развес, как хочешь. Ну, ладно. Не будем? У нас арбуз есть. Доедать будем арбуз. Ну что, а мы вообще в дорогу ничего не будем брать? Да до дороги возьмем еще. Конечно, будем ошибаться. Надо что-то взять мы в дорогу. Женщина, привыкшая к хорошему питанию. Смотрите, какое прикольное тирамису. Пусть это тирамису все скупают во всех магазинах. Я возьму себе тирамису, да. Ну, так где-нибудь. Возьми. Ну, не в стакане. Зачем оно мне в стакане? Где-нибудь. О, здесь, может быть, есть оливки нормальные, черные. Тарик. Да. А где мне их взять? Вот. Это они? Да. А мы разве здесь их брали? Не, мы брали другие. Но... Так, а давай те возьмем. Поменяем. Которые мы уже варили. Я знаю, что они классные.
Почему нет? Я возьму макароны, да. Они были вкусные. Будь здорова. Да будьте здоровы. А вот еще какие-то десерты. Это йогурты. Я хочу тирамису, серьезно. Ну так надо посмотреть, где она. Тут этого почему нет. Где-то здесь, наверное. Так а где же брать? Не вижу я здесь. Может, какой-то пудинг вкусный? Какую девушка берет? Может, мне тоже нужно, какой девушка берет? Мы уже взяли в Германии с красным вином и выкинули его. Нет, это кофейный, вот, и какой? О, вот тоже он какой-то. Тоже мусс или нет? Это йогурт. Кстати, немецкая фирма. А это же Мюллер. А что ты, мусс? Мусс? Попробуем? Может, кофейный? Кофейный попробуем? Ну да, пожалуйста. Любой каприз за ваши деньги. Подожди, какой-то... А какой сироп мама хочет? А, сыров. Да. Ну, мы не фанаты сыров, поэтому. Да, его очень неудобно довезти, к сожалению. Выбор здесь колоссальный, сыров. Так, а где тирамису, Юля? Проснись. Вот что это? Мусс есть, как мы, типа, ну, подержи. Пожалуйста, шоколадный. Я посмотрю. Я не вижу пока тирамису. Что, может, такой возьмем? Мусс тут какой-то такой. Не знаю, но это 2,19, это 80. А их тут 4 штуки зато. Так, а нам это все съедим. У нас же четверо. Ну, они такое, может, и не едят. Не едят, да. Может, и не едят, может, и не едят, но выглядит точно симпатичнее. Нет? Ну, вон такой тоже, вон, кофейный. Ну, нет, да, типа. Ну, я хорош. Не знаю, что тебе. Вон тирамису. Вот же, оно мне очень надо. Нет, там-то выглядело симпатичнее. Первый раз вижу такое пепси мятное. Они с лаймом, пепси с лаймом и с лимоном. Прикольно. Ребята, мы приехали домой. Я намазалась спреем после загара, потому что у меня до сих пор еще подпекает тело. Купила себе вот такую вот безалкогольную корону. Первый раз я такую видела, чтобы она была нулевка. Хочу попробовать. Вы разговариваю нынче. Написано 100% натуральные ингредиенты. Да, хотим попробовать без алкоголя. Я хотела сказать с Юлей, но потом вспомнила, что Юля будет безалкогольная, а пьет такое винишко. И вот эти наши клевитосы с Франции. Ну, они выглядят симпатичненько. Да, Светлана? Попробуй хоть.